Велодорожки, пандусы, новые тропинки, лавочки, плитка, подсветка деревьев. Сквер имени Гурсьева меняет облик. В итоге объект должен обрести ухоженный вид. А пока проводятся демонтажные работы, снимают старое покрытие и убирают лавочки. Подрядчик из Орла, ТСК «Альянс». Сегодня утром старт работ проверил руководитель областного департамента ЖКХ Сергей Латынин. Деревья трогать не планируем по максимуму, только обрезка и уборка деревьев, которые находятся в ненадлежащем состоянии. Естественно, будет здесь делаться новое покрытие из тротуарной плитки, новые борта, озеленение, клумбы и парковочные места со стороны, примыкающие к проезжим частям. Сквер имени Гурсьева заложили еще в 1948 году. До революции здесь находился плац кадетского корпуса. Одна из задач – возвращение исторического облика этому пространству. Составляя проект, эксперты ориентировались на фотографии Орла 60-х годов. Об этом еще в минувшем году говорили в администрации города. Первый этап соседнего сквера имени Бунина также намечен на этот год. На два сквера потратят более 78 миллионов рублей. Благоустройство планируют завершить до конца года.